Так, с этим вроде тоже разобрались. Вот, начинается игра. Есть еще галочка, в принципе, PvP битвы с нейтралами. Если эту галочку поставите, то как только соперник будет атаковать любые нейтральные войска, поле битвы будет видно и вам, и сопернику, и вы будете управлять теми нейтралами, на которых соперник напал. Вот у нас целый турнир проводился, он недавно закончился. Турнир подписчиков 2018. Вот если хотите наглядно посмотреть, как все это дело происходит, посмотрите этот турнир на канале Armag Play. Возможно, вас это заинтересует. Но в целом играть с этой галочкой очень долго, поэтому лучше ее все-таки снимать.